Отже, я вже готова представити. До нашого ранкового ефіру приєднався Юрій Руденко, режисер творчої групи «Ранок». І щоб ви розуміли, який щойно нажимав там на пульті перша, друга, третя камера, казав мені деякі неприємності в мою підслушку, а зараз якимось чином він знаходиться в мене на дивані. І будемо, ну, скажіть уже. Це магія телевізіння. Ось вона, магія. Магія телебачення. Сьогодні Юрій Руденко в амплуа режисера. Був він і радіоведучим, і ведучим, і MC, це той, хто в клубах там щось, да, і кліпи знімає. Отож, я думаю, що це як не найяскравіший приклад того, кого треба, про ким є про що побалакати на свято День телебачення, радіо та зв'язку. Як розпочалася така творча масштабна історія? Ну, це, мабуть, довга творча масштабна історія, не знаю. Чесно говоря, ну, на радіо ж розпочинав працювати, правильно? Ні. Ні? А ну, да, розказуй, чому я витискаю це все? В ПТУ починав працювати, да, автослесарем. А взагалі, ну, как бы, какие-то творческие задатки, наверное, в детстве как-то заметил за собой. Помню, в шестилетнем возрасте, еще когда там старшая сестра с подругами делала какие-то сценки во дворе, сказки показывала всем двору, да, всему там собирались. Бабушки, тети, дяди. И вот я очень хотел тоже на сцену, тоже мне хотелось выйти, что-то рассказать, участвовать в этом, прям вообще сильно. Я просился, может, а я ж, ну, как бы, роли так какой-то у меня не было. Поэтому я знал стихи, понятно, что детские. Чего было достаточно? Для меня, да, я говорю, я выйду, расскажу стих. И вот они показали какую-то сказку или что сейчас, объявляет Юра, расскажет вам стих. И Юра ни в какую не хотел выходить. Почему? Не знаю, стеснение какое-то так было. Так ты ж хотел, чтоб бачили, да, все, ступор какой-то пошел, все. Все, мене тянуть, ні, все. Можливо, тому в тебе розпочалася праця спочатку на радіо, потім на телебачення. Тебе там не бачили, а лише чули. От взагалі, як ти потрапив на радіо? На радіо був кастинг, на радіо, потім мій товариш, йому предложили бути звукорежисером. Він говорить, от відкривається радіо здесь в Николаєві, давай попробуємо на ведущих. Естественно, що, якщо б я прийшов сам, меня, скорее всего, не взяли, потому что это, ну почему? Потому что дается какой-то текст, и нужно его прочитать дикторским голосом и что-то такое, ну в этом роде кастинг такой. Мы ночью, я тогда подрабатывал охранником в клубе, он меня забрал на мотоцикле, мы приехали, мотороллили в офис. Да, ночью это было, после смены. 4 утра ми приїхали. Яке там дикторство, тут хоч би розрізнити букви, правильно якісь? Ні, ну ми приїхали в офіс к себе. А, за себе. Да, потому что, ну, на самом деле, на радіо я звучав ще гораздо раніше, потому что, опять же, з этим товарищем записував рекламу на радіо, для радіо, да? И иногда я участвовал, приглашал меня брать участие в каких-то записи игровых роликов. Поэтому мой голос уже звучал, ну, еще раньше на радио, я уже себя слышал, да, в каких-то рекламных роликах. Он позвал, давай, говорит, что-то запишем, что-то надо, чем-то прийти. Вот, на радио не просто придем. Ну, давай, мы записали какую-то историю, которую выдумали прямо на ходу, по типу страшной сказки про зеленые шторы или что-то еще в этом роде, да, там, мама послала, папа послал какого-то там своего ребенка, и на ходу мы выдумывали просто историю, вот. Записали это, мы с этим пришли на радио. Ну, естественно, был какой-то кастинг, где там сидели много людей, где там они начитывали что-то, какие-то тексты. Вот. Мы говорим, а у нас есть вот диск, вот послушайте. Послушайте, да. Послушали. Там не особо было что-то прямо юмор какой-то. Нет, там было больше все-таки взаимодействие, как друг друга понимаем. И как с полуслова мы могли продолжить историю. Я так понимаю, что все-таки тебе взяли на работу, и так началась твоя история с радио, правильно? Да, да. Нас двоих, нам сказали, не то что взяли, нам сказали... Этих двоих на утреннее шоу. Розкажи про специфіку роботи на радіо, ранкове шоу. Тому що ранкове шоу на телебаченні і на радіо – це різні речі, правильно? Конечно. От яка в них відмінність? От зараз ти купаєшся в телебаченні, тоді було радіо. В чому різниця, а в чому схожі? Самая кардинальная разница в том, что на радіо тебя слышат, а на телевидении еще и видят. Думаю, что мало кто об этом знает. Поэтому, ну, да, скорее всего, да. К телевидению нужно готовиться, нужно соответствующий вид, не знаю, там, ну, готовишься, да, и как, чтобы
хорошая картинка была. Это что касается ведущих, да, даже так взять. На радио все равно, как ты выглядишь. И, скорее всего, я больше даже скажу, что, судя по голосу, люди сами себе вырисовывают какой-то образ, который, вот, например, по моему голосу люди представляли какого-то маленького лысого дядьку, который... Я закрою очи, спробую представить. Ну, не знаю, доброе утро. Ну, трудно сказать, как это. Ну, вот, ну тобі це казали, що уявляють саме, да. Да, ну, що от коли чуєш? Ну, у нас же були вікторини, к нам приходили слушатели, ми там, коли виігрували якісь призи, да, говорили, що от несоответствие, ми по-другому представляли себе. Так, мене тільки знайомі на радіо, і от щось, у нас така постійна суперечка, що на радіо легше, на телебаченні важче. Хотілося, це так чи ні? Хотілося б сказати, що ви в житті не бачили, що ви тут на телевіденні пороха не нюхали, от я на радіо, звісно, хотілося б сказати, это. И, скорее всего, скажу, эх вы, но, тем не менее, уже так, если по-честному, ну, конечно, я же говорю, что там звук, там, ну, здесь уже нужна и картинка. Там по на пописаних текстах працювали там, чи ні, на радіо? Це ж постійно треба щось говорити, безумовно, що є там перерва, пісня, але все одно, це ж теж якась була тематика. От я не уявляю, да, от ранкове шоу на радіо, як воно готується? З дня на день, чи плануються якісь теми, як у нас на телебаченні, на тиждень? Вот этот вопрос как раз, конечно, что было самое сложное для меня, эта работа на радио, в чем она заключалась в сложности, это как раз эфир. Очень любил эфир, и даже в 7 утра начинался эфир, 3 часа эфира, класс. После этого начиналась просто каторга. Это садишься за компьютер и перелопачиваешь информацию, ищешь, потому что не только ведущий, но и редактор утреннего шоу, то есть ищешь какую-то информацию, ищешь темы. Ищешь актуальные темы это были? Нет, это не актуальные были. Они были больше, ну, опять же, никто не нам не ставил какие-то границы, или что вот, если у вас утренний шоу, делайте. Чтобы, главное, чтобы это было интересно и весело. Я был редактором, поэтому я решал, какой мой звонок будет. Что, сегодня будет весело такая тема? Брал просто интересные темы, там, какие-то интересные случаи, пускай это было 10-20 лет назад или 100 лет назад, но по одной теме. Вот, и какую-то тему вели. Как общались, ну вот, опять же, сделали по этой теме, я делал викторины, потому что, ну, разыгрывались всякие призы, звонили слушатели. Ну, это было тяжело, конечно, с утра и до вечера сидеть, искать, потом что-то придумывать. Конвейер, ну да, был? Конвейер, да. Вот этот конвейер, да, сначала ищешь, сначала с каким, и когда это изо дня в день, то просто думаешь, ёк, опять за компьютер, так сразу уныние такое. Але эфиры, они ж надыхают, и потом энергетика крута. Эфиры, ну, эфиры, сам эфир, да, но потом, как вспомнишь, что нужно садиться за компьютер и искать информацию, это сложно. Ну, про це точно варто не думати. А телебачення, вот зараз ты на телебаченні, можливо, колись ты будешь, мене в парі співведучим, про що я мрію вже досить давно, сьогодні режисер. Розкажи про свою специфіку роботи. Ну, своя специфіка режисера? Так, ну, так. От ти на телебаченні. Вже каторги немає, як ти кажеш. Вже за комп'ютером готувати радіоефір не потрібен. Начебто вже все легко має бути. Ну, починав-то я ж не з режисера на телебаченні. Не з режисера, розкажи. Я прийшов, здесь був, і не було должності оператора. Опять же, как, вообще никогда не думал, что буду на телевидении работать. Не, ну, только после радио ты всего не думал, что будешь? Хотелось бы. Хотелось, почему не думал? Хотелось бы. Ездил в Киев там на кастинге. Украина Мает Талант участвовал там и какие всевозможные на кастинге ведущих, но как-то не сложилось. Ну, опять же, мой товарищ говорит, а вот мы занимались там свадьбы, корпоративы вели. И он говорит, а что если там тебе записать на курсы операторов, ну, видеосъемки, так скажем, даже не операторов, видеосъемки, да. Потому что там, ну, я там по чуть-чуть начал монтировать, допустим, там, заинтересовал монтаж, там, видео, подставил звук, как-то музыку, и так слепил это, и такой, елки-палки, это вот, я сам зробив, это я сделал, класс, ну, да. Крутяк, вот, ну, я говорю, ну, не знаю, он говорит, я заплачу, я говорю, хорошо, пожалуй, тогда скажу, ну, ездил в Киев, да, на эти курсы, опять же, нам рассказывали, как съемка, то говорит, ну рассказывал, да, преподаватель, вот на телевидении вот такая специфика. Я говорю, ну какое телевидение? Ну мне так для себя уже знать, где нажимать и как кадрировать, все, ну мне больше ничего не надо. Поэтому насчет телевидения я сильно слушал, что они там, ну так, слушал, нет, с интересом слушал на самом деле, но никогда не думал, что это будет со мной. Сейчас будешь стыкаться с этим. Да, что, вот. Да. Ну и как-то я, ну, снимать начал так, монтировать.
выкладывать это все в интернет какие-то. И опять же, посмотрели, говорят, а вот нам нужно здесь на телевидение. Нужен оператор. Придешь? Приду. Ну, приду, попробую, да. Пока пришел, оператора должность была уже занята. Поэтому взяли осветителем. Ну, что это... теж непогано навыки. Конечно, но опять же нужно было работать и в студии, не только осветителем, но и оператором тоже. По совместительству, здесь за камерой стоять. Очень нравилось, да. Вот потом освободилась должность оператора, пошел оператором. Угу. Потом освободилась должность режиссера, пошел режиссером. Я навіть зараз боюся озвучувати, що, яка ще посада може тут звільнитися, щоб ти прийшов попрацювати. Трудно сказати, тому що режиссером я теж як-то не думав, що стану. Але ж вже ну, подобається бути режисером. Хоч і складно, хоч і важко. Треба синхронізувати себе на різні моменти, але все одно. Дело в том, что, ну, опять же, мне, как, мне и оператора не хватало, вот, не то, чувствую, что мало, ну, вот, не могу в полной мере раскрыться, допустим, оператора, потому что я люблю придумать что-то, снять, смонтировать, сам рассказать, что кому делать, сам смонтировать, и вот я сделал. Угу. Потому что оператор, он снимает, он отдает монтажеру. Монтажер по-своєму смонтував. Тобто ти вважаєш, що втрачається оця червона така нитка, да, від пункту А в пункту Б, і ти хочеш робити це самостійно. Свій замисел ти як продумав, так ти і зробив. Опять же, ти можеш придумати що угодно, ну, ті ж кліпи якісь там. Спочатку в голові одна картинка з'являється, ну, на самом деле, через якесь время там взагалі кардинально може помінятися сама... сам сюжет или что-то еще. Когда начинаешь снимать, там вообще по-другому все приходит на локациях, вообще по-другому там все не так, как себе представлял. Когда монтируешь, уже видишь сюжет еще по-третьему. Поэтому от того... Зараз Юрій Борисович, режиссер сидить в гостях, і він ну, не слідкує за часом. Якби ти був режиссером, ти б мені зараз сказав уже в ухо час. Дуже швидко летить час. Наостанок, яке воно сучасне радіо, яке воно телебачення, або яким би ти хотів його бачити? На сьогоднішній день. Давай такі от на майбутнє трішечки зазирнути. Я не знаю, я не можу сказати, що яким я хотів би бачити телевидення. Ну чого б ти додав би, наприклад, в радіо і в телебачення? А кожен може додати ну, щось своє. Допустим, ну, мені більше ну, нравиться розвлекательне. Какие-то програми розвлекательне. Будь то на радио или на телевидении что-то, ну это мне больше, мне ближе. Все-таки что-то развлекательное, поэтому мне нравится этим заниматься. Какими-то серьезными программами, ну, наверное, есть люди, которым нравятся серьезные программы. Поэтому все должно быть в меру. Кто-то занимается этим, кто-то этим. Каждому свое, я думаю. А, поделись своей мрією на телебачении. Вот, что бы ты хотел бы такого? Ну, наверное, на телебачении, наверное, больше все-таки сняться в кино и в детстве, мечта детства, да, все-таки на сцене, потому что ну, я пробовал, да, как МС в клубе, опять же, в чем различие радио и когда ты выступаешь на сцене, это то, что когда на сцене ты общаешься со зрителями, ты слышишь отдачу, обратную реакцию, когда пошутил или нет, есть обратная реакция. Здесь и на телевидении или на радио ты пошутил и тишина, поэтому нужно продолжать. Ты не знаешь. Засмеялся кто-нибудь, чи ні? А можливо, ця тиша і продовжується. Хорошо, когда есть напарник, он может засмеяться. Когда нет, то приходится просто гадать и продолжать дальше. Ну, я готова бути твоїм напарником до кінця цього ефіру. Так, буду сміятися. Юрій Руденко був у нас в гостях. Режисер творчої групи «Ранок», МС, радіоведучий, ведучий, мріє бути актором, був оператором. Я перераховувати буду до 9-ї години. Я дякую, що завітав до нашої студії.